и вы на канале супер-пупер-мега-развлекательный, мега-увлекательный канал! Эх! И сегодня мы будем с вами играть в игру «Бой с тенью». Будем продолжать соревноваться против отшельника и его противненьких телохранителей. И не только, будем еще ходить на турниры, испытания. И вы помните, что у нас открылось в конце предыдущего видео? Дуэли! Так что сегодня обязательно протестим дуэли. Итак, перед тем, как мы начнем, настоятельно рекомендую подписаться на каналчик и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Чтобы не пропустить выпуски, где я со своими подписчиками, то есть с вами, играю в разные игры. Ну что, надеюсь, что вы уже подписали, колокольчик поставили. Поэтому у вас, наверное, возник вопрос. Где же подевались все мои деньги? А я вам сейчас скажу. Оружие, вот видите, у меня вроде то самое осталось. Шлем тот самый. Куда же я спустила все 7000, которые заработала? Не на турнир это точно, я где-то там в самых низах. Я вот купила замечательную куртку Ронина с хорошей защитой, с хорошим ударом. Ну, то есть как, с хорошей силой удара. Так что, вот куда я потратила свои денежки, отчиталась. Фух. Ну, что, ребятушки, рекомендую вам не терять ни минуточки, а переходить сразу к сражениям. Потому что я, когда купила себе вот эту курточку, смотрите, что случилось. На турнире стало легко, на испытании стало нормально, а на дуэли, ну, тоже тут, в принципе, ну, тут и было нормально, ничего не поменялось. О, удары только ногами, вот это интересненько, что же там будет в этих дуэльках? Что, попробуем сходить на дуэль сначала? Давайте. Бой! В этом бою ты можешь драться только ногами. Окей, сенсей. Бой! Ей, начинаем игру! Так. Ох. А зачем тогда оружие, если я могу драться только ногами? Скажите мне, пожалуйста. Зачем тогда оружие? О, у нее будет оружие, а я могу драться только ногами. О, чегошеньки! Ну, хорошо, что хоть немного, ну, немного кнопочек, я точно не запутаюсь. Эй, это я так хотела тебя ударить. Что это ты тут распрыгалась? Вниз, и если сбили с ножичек, и еще раз удар на... Не-н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 е
Кто-то мне говорил, что удар с разворотом наносит больше всего урона, но я уже забыла, как его делать, если честно. Крутись! А вот если бы покрутился, тебе не дали по голове бы. Не дали бы! Не люблю эту тетку, я с мечами очень не люблю. Смотрите, какая она брутальная, сейчас вообще будет агрессивная. Вот, у нее уже 3 комбо. А, она агрессивная! Ну, сейчас мы твою агрессию потушим, потушим. Нет, нет, нет! Да нет! Так не сиди! Вот я, наверное, как кричала вот так сильно, чтобы ты шел вниз, что даже вот эта ниндзя меня услышала с мечами. Чтоб ее! Ну, смотрите, сколько у меня тут хпшечки осталось. Ну, кстати, у меня в предыдущих играх появилась неплохая... традиция побеждать в поединках с хп ниже требуемого. Но это не тот случай. Нет, может быть, сейчас во втором раунде все получится. Но пока все печальненько. Одни ноги, одни ноги, чего? Бей ее, бей, кидаш, кидаш. Это как ее, кобра, кобра. Есть, критический. Неплохо, неплохо. Как же этот удар с разворотом? Так, это сверху, а с разворотом? О, вот он, я нашла! Видели, видели, видели? А, больно, противная ниндзюшка. Давай, 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 с разворота ее. Конечно, были бы у меня мечи. Вау, как я ее поймала. Я бы вот тоже сколько хп сносила, но у меня-то мечей нету, потому что у меня тут поставили, знаете ли, условия. Сражайся, значит, только ногами. Ну, сделали бы тогда честный поединок. Если я сражаюсь только ногами, значит, и мой противник сражается только ногами. А то я ногами, а у нее, вот посмотрите, все привели.
коллеги, и ноги, и руки, и оружие, которое сносит ХП как бешеные. Давай с разворотом. Да не укачивайся, а с разворотом нужно было ударить, ударить. Вот так вот. Ну почти. Почти. Эй, ну... А, может быть не так. Смотрите, я заработала себе медальку «Чистые руки». Победила противника только ногами. Потому что у меня выхода другого не было. Вот почему я победила противника только ногами. Ох. Ну, награда приятна. Давай. Все, коброчку свою упустили. Я опять забыла, как делать этот удар с разворота. Вот так вот, что ли? Не помню. Вот тебе, получай. Так тоже неплохо. О, еще и внизу подали. Так, теперь. Нет. Кстати, ребятушки, кажется, я уже начала играть в третью часть «Бой с тенью». Я заметила одну очень интересную штучечку. Знаете какую? Что наш противник запоминает все наши движения. И тогда, если мы, например, очень часто используем какое-то движение, что я очень люблю делать, например, какую-то комбинацию вперед и два удара. Это ж мое самое любимое. Я вот всех противников так. Вперед, два удара. Ну а что, ХП прилично сносится, да и вообще. Да, вот этими бросочками тоже ХП прилично сносится. Но я не могу так сделать. А знаете почему? Потому что мне нельзя использовать руки. Ничего. Нет. О, я сейчас проиграю. Что-то там скользнул себе. Ой, вот это было больно. Нет, я сейчас проиграю. Давай. Мочи. Нет. Да, дуэлюшка у нас как-то прошла безуспешно. Ничего. Пойдем в какой-то другой раз. С одними ногами сражаться, или просто, может быть, перед этой дуэлью нужно зайти на комбинации движений и посмотреть все возможные удары ногой. И тогда их запомнить и смело идти на дуэль. Но нет, мы себе пойдем на турнир. Вот здесь легко написано. Так что мы пойдем и сейчас будем сражаться с извергом. Знакомый паренек, кажется, я на предыдущей карте с ним сражалась. В каком-то шлеме непонятном, с мачете. Ух, с моими мачете. О, неплохо. Я вспомнила, что у меня еще руки есть. Ах, как замечательно. И руки, и метательное оружие. Прекрасненько. Теперь давай прыгнем. Вау, и ручками. Хард у меня уже неплохо. Теперь метательное. Голову. Ускользнули. Я думала, уже будет перфект. Вы посмотрите, я уже брутальная. Мне его еще чуть-чуть ногами побить и уже буду агрессивная. Есть! Ребятушки, впервые за историю игры «Бой с тенью», которую вы играете вместе со мной, Даняша достигла стиля агрессивного. Наконец-то! Ох, сколько я уже снимаю его. 100-500 лет, а никак не могла дойти до агрессивного стиля. И вот... Извергом. Еще раз. Ах, укатился. Видите, запоминает. Ой, еще и повторяет за мной все. Так, ножками. Эх, стоял бы ты немножко ближе, ты попал. Ах, ну нет. Ой, я уже хард. О, может быть, я сейчас дойду. И давай ножкой его. Ах, он меня тоже ножкой. Так, давай какой-то трюк сделаем. Типа такое, только ж нужно делать это возле него. А непонятно где. Шок! Выбито оружие! И победа во втором раунде за мной! И моей тенью, естественно. Он же там сражался. Я так просто управляла. Ай, только две эти штучки. Зелененькие заклинания выпало. Агрессивный стиль, смотрите, 36 монет. И 500 звездочек опыта. Класс! Люблю побеждать. А вы, ребята, любите побеждать? Или когда проигрываете, не очень расстраиваетесь? Я вот, например, когда как? Когда очень расстраиваюсь, что я проиграла, а когда думаю, ах, какой-то другой раз выиграю. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Так,
на турнире уже сложно. Да, нужно уже чего-то улучшать, чего-то покупать. Нужно, наверное, какое-то новое оружие купить. Или же улучшить старое. Ну, вроде там у меня уже что-то новенькое появилось. Нужно проверить. Что там у нас? Что там по оружию? Так, уже можно улучшить куртку. Улучшение тонфы стоит 9000. Или же 6. Который стоит 6000. Вот это уже интересно. Идем на карту. Будем сейчас зарабатывать себе на 600. Проверим, как там у нас с нашим этим... С нашими телохранителями. Невозможно. До свидания. Мы себе пойдем, значит... Ну, на турнире... Ой, на испытании уже нормально. Только что ж тут за... А, без прыжков. Без прыжков. Ну, попробуем. Без прыжков. Это же без рук. Хорошо, я не буду использовать прыжки. Буду укачиваться от противника. Подумаешь, не очень-то и хотелось прыгать. Ну, какие у него ножички, маленькие, противненькие, остренькие, наверное. Round one, fight. Ой, сейчас. Fight. Есть, попадос. И теперь вниз. Ну, я хотела, чтобы ты пошел вниз. Я думала, что это я, а у нас шлемы похожие, шлемы похожие. А почему это он прыгнул, когда нам нельзя прыгать? Или это у него такая суператака? Давай. Есть, хорош. О, брутальный стиль, Даняша, есть. Хей. Отойди. Уйди. О, чевушечки, у него уже тоже брутальный стиль. Так, ножка. Это как и мне так вот делать? Нет, мне кажется, как перекинуло что-то там. Вот так тебе. Он уже агрессивный. Вот нехороший. Ну, я вот была очень близко. Ну, вы видели, да? У меня брутальный, у него агрессивный. Я вот уже совсем на своем брутальном дошла до агрессивного. Но где-то потерялась. Ничего, все бывает. Идем вниз. Вниз, хорошо. First strike, head hit. Давай. Вот так, теперь с разворотом. Не с тем разворотом. Взял, развернулся спиной, и тебе два раза попасть... Три раза. Так, ну раздупляйся давай уже, тень. А то что-то только нас бьют. Смотрите, нельзя! Это опять, наверное, такая фишка, как в испытании. Что нашему противнику можно все. И прыгать, и бегать, скакать, и ноги использовать. А нам не можно совершенно ничего. Где же справедливость в этой игре? Бей! Нет. Ну и почему он попал, а не я? Если у... Без комментариев. Это просто стыд был, ребятушки. Чего? Это же я так на 6 буду до японской Пасхи копить. Испытание нормально. Ну вообще, прилично ему хп сносило. Просто он какой-то такой резвенький был. Бегал, прыгал. Конечно, ему же можно прыгать. Это мне нельзя прыгать. Что-то меня начинает бесить вот эти все испытания, дуэли с неравными условиями. Так, пойдем на выживание, например. Может быть, там хоть себе 1000-1500 заработаем. Чтобы можно было купить 6. Так интересно посражаться этим 6-м. Ох. Это ниндзя. Шминдзя. Не люблю ее. О, ну я хоть хорошо начала. Она уклонилась, естественно. Но я все равно по ней попала. Но единственный плюс в этих всех испытаниях и дуэлях, что в них хоть интересно играть. Да, вот какое-то есть задание, которое нужно исполнять. А вот в этих обычных боях только вот противники со своими силовыми способностями растут. Так, вот тебе, хорошо. О, хоть тут прыгать можно. Это так хорошо, когда можно прыгать. Не успела. Я первая. Так, еще разочек ударить его. Еще разочек. Еще. Вот так. А нет, еще.
еще осталось. Ну, посмотрите. Вот, теперь все. А, еще чуть-чуть и было тоже перфект. Но он меня вроде успел один раз стукнуть. Увы и ах. Пошел ниндзюшка. Ну все, да, я уже один раз использовала такой прием при начале, второй, третий раз меня уже так не получилось. Есть, сколько я ему, 2 раза по голове попала? Он мне тоже попал по голове. Есть! О, круто, за сколько-то я ударов? За штук 5 или 6? Ребятушки, вы считали? Если считали, за сколько ударов я вынесла предыдущего ниндзю, напишите эту цифру в комментариях. Посмотрим. Ой, заговорилась. Заговорилась совсем. Как это он сделал так? Я же лежала. Он подбежал и меня палкой так бац. Что это за приемчики запрещенные? Ножкой давай его, ножкой. Что это там топаешь? Так, я хотела по нему кинуть оружие. Чик. Еще раз. Чик. Есть. Еще раз. Чик. Прекрасненько. Немножечко хпшечки снесли. И попали ему прямо в лапы. Такое, конечно, я вам должна сказать. Ага, что там замахивался? Что там замахивался? Чик-чик-чик-чик-чик. Есть! Я первая. Хотя он дошел до брутального, но я на харде его вынесла. Прекрасненько, идем на какой? На 4-й, на 5-й. На 5-й раунд уже идем. Обычно я дальше 6-го не дохожу. Как-то так у меня получается. В 6-м раунде какие-то сильные ниндзя или что. Что мне приходится сдаваться. Вот меня сейчас 5-й как подобьет. И мне тогда не хватит хпшечки на 6-го. Зачем ты бросаешься? Я тебя не бросала, уходи, дверь закрой. Бегомшечки, бегомшечки. Ой, смотрите, мне чуточка осталась. Есть, я победила 5-го ниндзя. Так, и сейчас в зависимости от того, который, какой сейчас, конечно. Кто же еще мог бы быть бешеный ниндзя? Ну все, у меня шансы в этом 7-м раунде просто такие минимальные, что вы даже себе не представляете. Я вот не люблю с этой ниндзей сражаться, совершенно не люблю. Давай, ну ты ж не почти туда шел, почему? Я же присела! Не люблю эту ниндзю, я же говорила, что не люблю ее. Почему мне ее поставили еще и на последних почти? Даже вот если я ее сейчас 3 раза стукнула, мне не помогло. В этом выживании мы вылетаем. Что мы там заработали? Хоть чуть-чуточку заработали, ну. Так, 4 заклинания. 1200. А что там вместе у нас получится? 1300. И 5 звездочек опыта. Выживание, наверное, создано только для того, чтобы зарабатывать денежку. Потому что опыта за него дают, как кот наплакал. О, сейчас проверим, что бы у нас тут. Не хочу я на рейды идти, я там постоянно проигрываю. Я вот сейчас пойду в затмение. Нет, не то. Не то! Ну, карту сейчас полистаем. Что у нас тут, рысь? О, рысь уже сложно. И турнир уже сложно. Это уже интересненько. Так, только чтобы дойти до рыси, нужно победить всех его телохранителей. Сейчас пойдем на одного телохранителя и узнаем, насколько сложно это их сложно. Проверим. А то хочется вот этих когтиков рыси. Вы видели, какие они крутые? Я же смогу просто-напросто всех выносить с этими когтями. Я вот еще зуб даю, что они зачарованные. Да? У кого-то уже есть эти когти? Кто-то выигрывал эти когти рыси? Если да, напишите, как они вам. И есть ли у них какое-то магическое свойство. Мне это вот очень интересненько. Нет. Нет, нет, нет! Вы только посмотрите! Два раза ударил, и у него уже хард! Вернись! У меня хп очень быстро слетает, очень прям быстро. У него хп слетает очень прям медленно. Вот, ему еще один удар, и все. Я просто сейчас кану в небытие. Так, у меня уже тоже хард. Победить могла бы, но
Но мне не хватило немножко, не знаю, разворотливости. Быстрого соображения мне не хватило, чтобы победить. Есть, я махнула. Рано порадовалась. Давай, 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 давай. Есть! Еще раз, ножкой, ножкой, ножкой. И теперь, 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 дай, ударяй, ударяй. Есть, критически в голову, неплохо. Ой, еще и по ножкам попало, попал, 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 попал. Так, 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 так. Так, нужно еще не забыть, что у меня есть оружие. На! Что это у него за ножички такие? Да. Что я должна сказать? К затмению я еще не готова. Совершенно не готова. Поэтому мы быстренько пропускаем этот позорчик. И наш выпуск подходит к концу. Спасибочки, дорогие подписчики, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы знаете, что делать. Конечно, знаете. Вы же у меня такие умненькие подписчики. Вы все-все-все на свете знаете. Итак, ребятушки, если у вас какие-то есть советы, пожелания, все пишите в комментариях. Я все учту. Всем любимые и хорошие. Пока-пока.